Челябинские коммунальщики начали работу над ошибками. В среду губернатор проинспектировал дворы и дороги города и остался недоволен, собственно, из-за чего и получили люди нагоняй. Теперь дорожная техника, которая убирает снег, курсирует по проспектам и дворам мегаполиса практически круглосуточно. Видео с работающей дорожной техникой сняли очевидцы. На кадрах видно, что тракторы и снегоуборочные техники чистят снег даже после заката. Днем машины очищают придомовые территории, а дворники убирают тротуары. До плитки очистили территорию около театра драмы. После сильного снегопада в начале недели у здания были сугробы, ходьба по которым была настоящим испытанием для жителей. Напомним, в Челябинске появилось 120 новых машин для уборки снега. Еще 67 придут до конца февраля. После распоряжения губернатора на уборку дворов начали выгонять в два раза больше машин.